Баба Вера опять с вами. Ну что сегодня? Сегодня премьера клипа опять вышла. Две Маши. Мы уже их смотрели. Этот. И, ну, мне понравились, как этот. Они тогда, уже не помню какую. Вот вы видите, склероз старческий. Старая, наверное, старая. Ну, ничего. Сейчас мы посмотрим Инея. Давайте, две Маши, так две Маши. Поехали. Погружайся в сон мой, мы так красиво летаем. Наблюдай за нами, наблюдай за нами. Подай в руки мне, не смотри назад. Мы так мало знаем, доверяй мне. Наблюдай за нами, наблюдай за нами. Наши чувства не выразить в песне, мои мысли не выразить словом. Мы живем один раз, и я готова менять и ошибаться, если нужно. Искать чистый воздух, когда душно. Я открываю тебе душу полностью, отвечаю взаимностью и верностью. На твой ход бью той же мастью. И кто, если не я, тебе расскажет всю суть? Не я, не я, ну-ка и не я. И кто, если не ты, со мной останется здесь? Не ты, не ты. Выше облаков, посмотри на нас, посмотри на нас. Притяжение сильнее расставаний, нам так хорошо вдвоем сейчас. Наблюдай за нами, посмотри на нас. Что бы нам ни говорили, мы знаем правду, но мы молчим, вдвоем молчим. И на это мы находим миллион причин, потом кричим, вдвоем кричим. Просто потеряли все ключи и теперь ничьи. Ты меня ищи, если вдруг найдешь меня однажды. Все по-настоящему у нас они бумажные. И кто, если не я, тебе расскажет всю суть? Не я, не я, но ты и не я. И кто, если не ты, со мной останется здесь? Не ты, не ты, чувство пустоты. И кто, если не я, тебе расскажет всю суть? Не я, не я, но ты и не я. И кто, если не ты, со мной останется. И кто, если не я, тебе расскажет всю суть? Не я, не я, много и не я. И кто, если не ты, со мной останется здесь? Не ты, не ты, чувство пустоты. И кто, если не я, тебе расскажет всю суть? Не я, не я, много и не я. И кто, если не ты, со мной останется здесь? Вопрос возникает. Почему так мало просмотров? Ведь девочки неплохо поют. О, молодцы. Крутая съемка такая. Вот получилось и крутое видео такое. Мне понравилось. Потрясающая песня. Песня очень. И поют, как они вот
красиво, голоса у них красивые. Вот получился такой клип простой, вот такой свободный какой-то. А вместе с тем, конечно, и такой живой, эмоциональный. Наверное, все смотрят на их ориентацию. Ну, я посмотрела клип, не глядя. Мне понравилось, мне нравится их творчество, их вот это вот подкупает как-то, вот мне, ну, понравилось. Нравится, как они читают, как поют. Хорошо, хорошо. В общем, два таланта сошлись в одно, и вот получилось такой замечательный клип. О, мне такая вот нравится такая замечательная работа. Не знаю, как вам, а мне нравится. Я закрываю глаза и слушаю. Чтобы не обращать на все остальное внимание. Я уже столько переслушала. Так что ждем следующего. Пока-пока. До новых встреч. Okay.